просто, блядь, такое ощущение, что просто не... Не знаю, чем кто занимается, но просто нет слез, фреймы, блядь, не вынести так, что... Ну там же лежали, типа, два хила. Да не, при чем тут это? Стоит хил в метке. У него люди вообще не прохили. Вы, походу, не отслеживаете, кто возле вас, и кого вы можете принять, а кого нет. Шторм 5. Убежались. Урона по боссу на второй фазе нет. Чем РТД за ним? Вчера слабее рейд был, блять, и больше ДПС. Хорошо. Нету таун. Сори. Сбежались. Никитос, притворись. Шторм 10. Привет всем. Дайте бог. Держались. Инар, дайте шамана к пятой пати.
Кидались. Пиздец, я вылетел, походу. Метки встаньте. Бомжей. Лучи. Я вылетел, меня не резать. Метки. Метеора. Лучи. Метки. После метеоров сразу поползут. Заберите. Давайте по провокатору. Да, давай. Забери на салют. Лучи. Метки. Метеоры. Лучи. Метки. Там. Метеоры. Заберите. Заберите, заберите. Ой, да прохиливайте. Ползут. Каску кулак повар. Сразу будут лучи. Метки. Метеоры. Лучи. Метки. Женек, прави. Метеоры. Таун. Лучи. Метки.
Метки сразу поползут. На баладоне добав. Метеоры. Где сейчас квадратик? Баф. И пончик, сразу сдавай гимноман. Я тоже сдал. Достали. Буря. Мозарф. Вот. Метки. Соседние разбиваем сначала. Натиск. Три. Че РДД в метки не свечуются? Да, че РДД в метки? Метки. Друг от друга расходитесь. Разбили. Все, блядь, бьют метки. Все. Натиск. Ушли быстро. Блядь. Натиск. Геро. НБР под Мозером. Буря. Ну НБР по Мозеру. Буря. Мозер Тимбич. Двадцать секунд купу. Метки. Сразу разбивайте, купол будет. Купол. Фер, блять, не ловить. А тут по ланвесте, ланвеста по дому. Хотя нет, ланвеста по Тимычу, Тимыч по Миша.
Тимыч, я около трона лежу. Я видел, видел. Пташка в лужу значит. Убиваем сейчас этой бурю вынести. Натис. Ебак. Вот там. Натис. О, вет в рейде. Ех, старик. Там же топ. Я не знаю, что за хер. Типа, бурю не выносят, просила ноль, блядь. Даже если у нас буря не выносится, блядь, просил-то есть. Что с просилом? Не, сейчас натиск ловили. Два натиска подряд. Убила пол рейда. Буря. Нет, убила не буря, буря подамажила. Вместе с натиском. Танки, вы когда отводите трэш, не надо отводить так, чтобы попадать под метки. Милики бегут за трэшем и не видят, что их в спину ебут шары. Я сказал, квадрат, крестик, блядь, отводите трэш и бьете трэш в этих метках. Какого хуя было в другом месте? Трэш. Дайте по катализаторам урон. Может, сколько? Три круга или четыре бега? Какого хуя ты накупали сразу? На мазе. Глыбу прожать не может. Я сразу ёбнуло прям. На шипе я прям был. Ты глыбу прожать не можешь? А ты не успел мне сразу ваншот. Почему ты на шипе? Если весь остановить, выжил, блядь, и не на шипе был. Сорян, мой пищ. С самого начала кто-то на шипе. Они первые 3 секунды не дамажат. Мага из первого процесса, он на шипе сдох, я видел на стриме, там не с первого удара он сдох. Там 2 тика минимум. Ты подпрыгнул потом, еще, да, в этот момент? Блядь, какой купол сразу, на первом же куполе, сразу со старта дохнет. Че за херь, блядь? Я куда только не денусь, они, блядь, сразу ваншотят. Не знаю, весь остальной рейд как-то живет. Не знаю. Мне кажется, что хуёво все спросил. Лёха, смотри, получается, буря наполовину всех просадила, а потом один человек, я видел на стриме, прям очень хорошо было бы его видно, сразу же следом словил 2 натиска. Что, блядь, нас и добило? Короче, ладно. Все, хватит. Сейчас, блядь, смерть по собственной вине, нахуй. Будет. Там линковали урон по катализатору? Да. Да. Еще раз можно, я вылетал? Можешь, напаска, япончик. Когда мозг все не включат, что им надо. Где урон от РДД зоны? Я не вижу от РДД зоны урона от слова совсем, блядь. Второй фазе. Блин, Соло, вы должны быть чуть ли, ну, не топ-1 по катализатору. Третий коллапс. Это уже хуёво. Значит, блядь, ДПСа мало. Сейчас подойду 2 минуты. По идее, по катализаторам должны идти ханты, потом совы и потом мало. Лёш, если нужен буду, я зайду. Я то. Сейчас, скорее всего, и зайду. Поэтому голосу, мне кажется, вчерашнее ДР удал. Вообще пиздец.
Я даже с закрытыми глазами могу на Джане играть, поверь. А у тебя они закрыты? Чуть-чуть. Ты картос, блин. Проты. На ком нету? А они уже спали, сопроты сейчас, надо опять. Миша, видишь? Человека в рейде без саппорта. Бал, Саша, у меня больше нету саппорта. Я, наверное, купить не могу, скинуть тоже. Ну так перекинь по почте ей, все. Подобрать ее почту. Я тебе потом с приста отдам. Давай я тебе дам, дед. Да я, я уже дал ему. Главное, на прием работает. Да. В обмене дается, так нихуя. Я даже починиться не смогу, кстати, в птичках. Если кстати, да, починиться где можно? Есть же. Если Лена сейчас сломается, все, пиздец. Пусть, да, буду диван еще давать. Просто пиздец, блин. После купола выходите, косты ноль. Кто? Избитие костов покажите на этом. Там есть? И сразу вот это. Ну, справедливости ради, во время купола уже гораздо больше людей жил. Да задница, что во время купола. Это, блядь, всего лишь первый купол. Тут будет еще второй купол. Женек два раза и один раз рога, и все. Как вчера идти, ты говорил, то может и не быть второго купола. Это дом раз на тысячу. Тысячу пулов готов. Только нету столько попыток. Надо было вчера убить. А вы даже сопроты. Не, у меня был сопрот вчера. Все должны выжить от начала до конца. Шторм 10. Полностью. Слушай, я могу попробовать на купол метку на себя повесить. Но я тогда бить не смогу катализаторы сам. Я там дело в другом. Люди сначала купол отдохнут, а не когда. Да, не надо тебе. Здорово. Будет нормально. Ну, нормально. Первое время, типа, секунды 2-3, они не бьют от слова совсем. То есть даже если они у вас появились, вам нужно против часовой стрелки пойти. Потому что шипы идут по часовой стрелке. И первые 3 секунды они не дамажат, поэтому у вас есть время сместиться туда, вам безопасно. Нормально шипы разложил. Шипы, блядь, пару метров сзади появляются, спереди. Ну там даже если вы, они в вас появятся, вы просто не должны паниковать и идти назад. Шторм 10. Обратно.
никто не должен. Сбежались. Раздай свечнулись. На ту сторону сразу же, когда петь. Разбежались. Сбежались. Кисло тут? Добейте большого сейчас РДД. РДД свечнулись. Убиваем последнего больного. Быстро его залейте. Нет. Маленьких не оставляйте, добивайте. Они так же сидят, когда каст идет, они стоят и бьют вас. Приготовились кнопку прожать. Прожали. У меня просто она отключилась. Лучи. Лёх. Да. Метки. Метеора. Лучи. Забирай. Метки.
После метеоров сразу поползут. Лучи. Метеоры сейчас будут. Метеоры. Таунт, таунт. Похил денч меня. Лучи. Метки. Метеоры. Ползут. Где мномана пустой? Начались. Сразу лучи будут. Метки. Метеоры. Лучи. Метки. Метеоры. Лёг таунт. Не воспримем. Лучи. Метки. Ползут. Иннер по денчику дайте. Не будет коллапс. Убивайте. Я дал ассист на шамана второго, который не стрик. Смотрите за костами. А таймер когда запускать? Сейчас? Можешь не запускать, я запускаю. Метки. Нет. Сначала соседние разбиваете. Натиск. Лучи перекроете. Точнее копья. Натиск. Луч. Мильки долго соображайте.
Натиск. Геру. Метки. Свечимся. Луч. 20 секунд до купола. Не дойдет до вас луч. Буря. Маскет Тимбич. Девка собрат. Сейчас будет купол. Осторожнее шипами, а то откинут. Не заметят. Здесь аккуратно. Один. Тебе метку. Кстати, есть товар, если нету, Тимич поднимай. Косты сбиваем лучше. Поднимай. Буря. Враска япончик. Натиск. Ману заливаю по хилам. Буря. Локи Беладон. Косты сбиваем, просил. Луч. Луч. Клёвый будет. Кфли. Крест сместитесь. Нет. Куда вы бежите? Ну там же земля, ну. Рамбу. Дефа. Дим на ХП. Бей эти метки быстрее. Прожал гимна. Еще гимна. Буря. Вновь маск. Буря доложит. Просто, блять, люди побежали обратно на замерзшую землю. А че там, Леха? Ну, как там зам порвался, на куда я туда пойду? Я там не разведу ДКшка. Я туда просто не дойду, чтобы... Я понял. Ну, типа, там вообще без вариантов. Чему рейду надо было эту 12. Ну рейд же весь убежал оттуда, весь. И, блять, обратно в эту. Ну там луч так-то убил несколько. Ну луч там убил пару человек, а двух-трех человек. А потом там человек 8, наверное, забежало в эту землю и сдохло от нее.
будто бы земля не горит, блядь. Какая же фигня есть с любой стороны, что с рамбаш. Вот посмотрите, видите, вот на земле такое просто ебать какая большая лужа. Какое чисто. Сколько осталось-то ее убить? 17 лямов. 17. Ну типа у нас оставалось полторы минуты еще бить. Полторы-две минуты. Еще один купол. До следующего купола мы должны были убивать. Потому что после третьего купола там уже то ли бирса у нее, то, по-моему, уже бирса просто. Тоже после не второго точно. Бы убили, ты гонишь до бирсы, мы не напрягаем. Ну после второго, типа, да, я думаю, уже мы должны были убивать. У нее где-то 12 лямов бы осталось до купола, если бы сейчас такой фигни не сделал. Ну да, там типа 3 минуты после каждого купола, у вас 3 минуты до следующего купола. Блять, набежать замерзшую землю сильно. Прикиньте на вурцы. У меня, блять, не паладин, этого луча бы не было, блять. Прикиньте на огурцы, народ. Почему, блядь, сука, у меня не паладин второй? Забираю дракона Пала. Да, блядь, нужен паладин, чтобы босса танцевал, блядь, а не ДК. Ситуация, блядь. Чтоб фридом давал? Ну, там не во фридом. Да баба у него нужен. Да. Фридом не работает. Соображайте быстрее, блин, что милики, когда вы видите натиск или луч, и также те, кто стоят в метках на второй фазе со своими метками и диким пламенем. Лага, блядь, там, ой, лага, ремозер, блядь, там бывают такие нюансы, 3 минуты покурите, пожалуйста. Там бывают такие нюансы, что, блядь, без бабла ты их не вытащишь, от слова совсем, блядь. Вот сейчас луч прошел, там залило всю ту сторону. Туда, чтобы развести луч, вернуться, у меня не получилось. Она из-за того, что там замедло дико. Смотри, как баба. Не знали, ты, что обратно нельзя возвращаться на сам. Ты это знаешь что, блин? Ты говори уже не когда, типа, луч будет хуёвый, а сразу, чтобы мы перебежали. То есть, например, если вот ты отошел или нет, Лёха? Да, я здесь. Ну, типа, понимаешь, чтобы мы перебегали на хуёвым в нашу сторону, а мог быть хуёвым в сторону дрона. Нет, ты понимаешь, если мы будем постоянно стоять напротив, то луч до нас не дойдет никак, если мы напротив стоять. Если луч хуёвый, значит вред. Я анонс, что луч, что хуёвый, до того момента, как он еще идет. Ну типа просто понимаешь, это ты говоришь луч хуёвый, например, я сразу... А в какую сторону он пойдёт, я в душе не ебу. Типа я тебя пока... Ну так понимаешь, он пойдет к тебя и уже потом от тебя налево, либо направо, правильно? Вот именно, я не знаю, в какую сторону пойдет, влево или вправо. Ну если так я влево... говорю, типа если мы будем просто напротив тебя стоять, то вообще по барабану, налево он пойдет или направо. То есть просто напротив нам меня... перебежать. Напротив меня была замороженная земля. Там такой конус остался в радиусе, наверное, 40%, блядь. Да в смысле? Луч идет на одну треть карты. Ну, вот это вот этого круга. То есть ты постоянно стоишь с краешку. Первый луч прошел ровно от ромбика. Блядь, от ромбика. Ну, там от между апельсином и ромбика и до этого квадрата, по-моему, первый был. Ну вот метка справа, которая там стоит, вот до нее, типа, если смотреть на трон, вот до туда луч первый ушел. Я стоял на другой стороне, получается, там, где метка слева. Отсюда появился луч и пошел в рейд. Вот, грубо говоря, до той метки справа там была земля замерзшая. Погоди, давай тогда так. Когда проходит вторая земля, первая земля пропадает, правильно? Нет, не пропадает. Она не сразу пропадает? Не сразу. Ладно. Окей. Меня зажало так, что мне и слева, и справа была замерзшая земля. Я вот даже перебегал к вам туда в рейд, блядь. Ну теперь как-то, я не знаю, тебе прям нужно прям почти прижиматься к этой замерзшей земле, чтобы там прям немножко места оставалось, чтобы у тебя типа был маневр между ними встать.
Я понимаю, но факт... Но это что... прям очень жестко. Факт в том, что если после луча натиск, все, пизда, приплыли. Но это если тут, да. Кстати, еще один момент. Вам, когда говорят, бейте соседние глыбы, не надо специально соседиться с глыбами. То я, блядь, увидел, как два человека пошли сжаться друг. Угу. Там даже не два, там по три метки, чуть ли не в одну точку. Это рядом поставили, что ли? Да. Народ, смотрите. Метки стояли. Ставятся глыбы. Вот если глыбы стоят там ничего, как не на синдре, в десяти метрах, да, они, да, дамажат друг друга. То есть вот вы стоите, и глыба дамажит другую глыбу. Соответственно, вам нужно ставить друг от друга глыбы. Но если вдруг получилось так, что кто-то поставил, ну, друг с другом, то эти глыбы, которые стоят рядом, нужно разбить в первую очередь. Потому что они дамажат друг друга.